Всем приветики. В общем, пришло уведомление из Кольска. Это капец. Пришло уведомление, что пришли уже анализы мамы. Боже, где ключи дела? Господи, вечно у меня что-то. Короче, пришли это анализы. Так, телефон. Сейчас поеду заберу. Что-то звоню маме, не берет это. Не берет трубку, а вообще телефон отключен. Я не могу понять, в чем прикол. Чего отключен телефон у нее. Сейчас заберу анализы и поеду к ней. У нее, видимо, вообще телефон отключился. И она, наверное, и не видит, что он отключен. Что мне так кажется. Вот так бы она уже перезвонила мне бы. Я более чем уверена. Так, бумажки эти есть? Все есть? Все. И слюну у нее убрали. Кортизол у слюни. У слыни. Не знаю, что это такое вообще. И на кальций, и антитела. И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, прогреваемся. И помчали. Все, анализы я уже забрала. Ну, знаете, как говорится, смотрю книгу, вижу фигу. Ничего не понимаю, что здесь их значение. Сейчас буду ехать теперь к маме. Тут оно все рядышком. Вот так вот. Все, поехали. Мы уже вернулись с мамой домой. Мы заезжали в магазин. Мама просто угорает с Дашей. Очки. А так я не могу сниматься, потому что мне надо мои зеленые очки. Дашка, ты начал здесь стоять, нас будут отыкать. Бабушка. А. Боже мой, не страшненько, конечно. Да это ж ты видишь, мама, это ж Вару. Ну я как Вару называю, чупадами. Мама, скажи ей что-то. Ну, что ты скажешь? Это же кошмар. Да. Смотри, даже фрось. Да, сейчас будем смотреть. Вау. Да. Ну, я не знаю, или мне будет, или тебе, Ма, да? Да, да. Да, да. Тебе, наверное, будет. У меня есть два это бабушки. У меня есть, но это мне понравилось. Да. Давай вот этот сюда. То, что бабушки в одну сторону, то, что наши в другую сторону. Это взяла несколько тарелочек. В принципе, брала типа две себе, две... Даш, ты... Это ж скло. Четыре штуки. Вы красивые. Да, это в сторону, в эту ставь. Это нам. То, что бабушки в одну сторону, то, что нам поделили. Так, две бабушки сложи. Какие? Ну, две розовые. Две нам. И по одной синей, да? Да. Вот так. Только наоборот же теперь сложим. Делимся. Да. Давай я тебе еще две вот таких дам тарелки. Зачем мне? Не хочешь? У меня есть кухня. Много-много. Ой, да. Скажи. Ну, это такое на вареники, на это шумовочки. Одну нам, одну бабушке ложи. Хотя ты проводишься. Да. Говорить, так, блин. Это бабушки. Да, это мне мама подарила. Да, я купила бабушки. О, бабушка, ты знала, что тут еще вот так? Ну, а это может прицепить, так как я свой ношу, допустим, на руке, да? Вот. Это бабушки, да? Да, говорят, пустой кошелек нельзя дарить, но я тебе уже это, компенсировала. Да, а я ж тебе подала. Что ты мне дала? В смысле? А, ладно. Да, дальше. Не, палочки, эти трубочки бабушки не надо. Это нам. Это для Джесси. Это для Джесси, да. Блин, теперь я точно уверена, что она у нас остается.
Ну, да, Даш, я просто купила для нее, потому что нету. Ну, она не будет же все время там. Так, и еще я, знаешь, забыла, Даш. Короче, я смотрела и что-то не взяла. На чем поводок? Так, да. Так есть у нее поводок. Есть поводок, но я хочу такое, что, знаешь, это бабушки. Ложи на ее сторону. Ну, завтра купим. Да, завтра. А это что такое? Это мое. Это тоже бабушки. А что это? Дедушки. И дедушки. Шампунь. Не надо. Да понюхай ты. А ну да, я понюхаю. Не пахнет. Да нет. Не, пахнет таким. Не сильно. Такое простенькое. А мне не сильно пахнет. Да. Ну ничего, дедушки. Ну да, не сильный запах. Это тоже бабушки. Ладно. Что? Говорит, китайская какая-то. Ну, это же расческа. О, давай померяем на твои очки. Подойдут? А ну, давай. Короче, очки бабушки остались там. В больнице. Да, в больнице, поэтому. Да хороший. Ложи ей туда. Только я хороший, а то у меня уже плохой такой. Все. Что надо? Бин, ну ты уже как Маха у Лены. Так, смотри, какой там перец. И этот нам тоже ложи. Это бабушки у нас да. Есть. Да, это бабушки. Все. Все покупки. Джесси, надо поводок все-таки купить. У меня... Я такое поняла, короче, смотрела вот этот на... Вот так, что? Да. Фрося, куда лезешь? Ну, пока лезет. Уже. Завтра уже так куплю. Чтоб тебе было удобно. Писаня! Такие, короче, ребята, у нас покупки сегодня. А я себе поставила чайничек и сейчас хочу вам показать, какое у меня есть пополнение. У меня появилось два новых вазона. Вот, это прекрасный кактус, очень красивый. Видите, я знаю, что, кстати, кактусы нужно ставить возле компьютера, там, где вы работаете, то есть, если вы работаете возле компьютера, то желательно его тоже там ставить. И вот такой вазончик, я не знаю, как он называется. А даже когда запоминаю, знаю, как называется, я все время забываю. Это я забрала их у Лены, эти два красавца. Ну, как забрала, вернее, она мне отдала. А то так я говорю, забрала. Вроде бы я пришла и утащила их у нее. Вот. Ну, как обычно, вечно цветущая. Никак не пересажу я ее. Вот прям не знаю. Не хватает времени. Обязательно пересажу. Обязательно. Зимой, наверное, не очень. Лучше же весной, правильно? Все время цветет. Фиалка уже отцветает. Надо все это снять и уже помыть подоконник. Видите? Она такая старенькая, эта фиалка, но все равно она цветет. Так прикольно, когда вот зелень, цветы, а за окном снег. Зима, да? Так. Вот это что такое, я не знаю. Вот. Вот это маленький-маленький такой какой-то цветочек, росточек, видите? Не знаю, что это. Кто понимает, кто знает, пишите в комментариях, и я буду знать. Видите, что оно? Похоже на какой-то пролесок. Я не знаю. Так, дальше. Алоэ. Огромнейшая уже, как вы видите. Так, вот это у меня. Игорь младший. Уже гляньте, какой. Я так понимаю, нужно сюда, наверное, подсыпать земли, да? Видите, корни вылазят. У меня есть земля, надо подсыпать. И вот этот вот вазончик. Благодаря Люде. Я уже в который раз говорю. У меня Люда одногруппница. Я бы его выбросила, когда он засох, я его думала, все, ну это уже все. Мы когда с Костей поссорились, он мне привез этот вазон. Он весь вот так цветет, красиво, понимаете? Я думаю, все, он отцвелся, все, ну типа такое растение, как цветы, может быть, там в горшке какие-то. А мне Люда написала, говорит, Надя, ты его обстриги, типа, и он будет цвести, не вздумай его выбрасывать.
И я ее послушалась, и теперь смотрите, какая будет у меня красота. Это ж все будет зацветет, гляньте. Уже начинает. Какой он будет красивый. И тоже его, кстати, нужно уже пересаживать, потому что мне кажется, что ему здесь маловато места. Он уже так разросся. Такой красавец. Такой красавец. В общем, такая у меня красота. Пока с вами поговорила, я слышу, что уже и чайник закипел. Да, уже закипел. Я себе тут сделала макофе. Знаете, такое легенькое. Ну, легенькое, потому что из-за того, что у меня давление... Ой, камера закипела. То мне нельзя крепкое кофе пить нельзя. Поэтому пью такую мачмалу. Ну, слабенькое кофе такое. Да. В общем, буду пить и просыпаться. Я сегодня уже рано встала, я уже маму отвезла. Короче, уже с утра много чего успела сделать. А сейчас для вас делаю это видео. Кстати, это очень удобная чашка. Лена это Даше подарила. Я не знаю, если Даша со мной поделится, чем удобная. Я могу ее накрыть трубочку и в машину брать с собой. И удобно с трубочки там, знаете, поставила пить. Ну, конечно, когда не горячая, хотя трубочка, видите, такая, что не этот. Ну, вот это единственное, что я бы сняла. Но это надо договариваться, конечно, с Дашей. Но я думаю, что она со мной поделится чашкой.